Приветствую всех на моем канале «Товар из Китая». Сегодня у нас обзор этого бесконтактного термометра. Smart Infrared термометр фирмы Elera. На Алиэкспресс, там где я заказывал этот термометр, у продавца был высокий рейтинг и более 25 800 заказов. В основном все положительные отзывы. Поэтому я решил тоже заказать для себя этот термометр и не разочаровался. Итак, давайте все смотреть по порядку. Приходит наш термометр в таком мягком мешочке, который так затягивается, и термометр защищен от пыли в такой коробочке. И вот сам наш термометр с ЖК-дисплеем. Кстати, этот термометр цифровой для измерения тела, измерения температуры в ухе и при поднесении ко лбу. Запитан термометр с помощью двух микропальчиковых батареек. Здесь есть переключение на Цельсий и Фаренгейт. Кому как удобно. Кстати, еще хочется сказать, идет документация такая. Тут объясняется, как пользоваться термометром. Все подробно и доступно. А также целая книжечка, инструкция по использованию на английском языке. Видно, этот термометр был предназначен для выхода на мировой рынок. Да, друзья, это именно заводской Китай, никакая ширпотреб, никакая подделка. Об этом свидетельствует серийный номер. И то, что этот термометр выполнен достаточно качественно. Включается он с помощью нажатия. И, пожалуйста, этой кнопкой мы можем менять режимы. Первый режим — тут лицо женщины, то есть взрослый человек. Следующий режим – ребенок. Следующий режим – нарисовано ухо. С помощью этого режима мы можем мерить температуру в ухе. И следующий режим – нарисован дом. Ну, наводя на предмет любой, он также показывает температуру. Ну что, еще хочется вам кое-что показать. Ну вот, например, наведя на эту коробку и нажав, вот 8 градусов. Да, здесь в доме действительно холодно. А если навести на руку, то рука 25 градусов. Ну, конечно, мы испытали уже этот термометр, и он хорошо, точно показывает температуру тела. Сняв эту насадку, можно измерять температуру в ухе, всовывая в ухо и также нажимая на кнопку, через секунду мы получаем нужную температуру. Слышите, он каждый раз пикает, но если задержать кнопку на несколько секунд, то отключается звонок. Вот появился значок, перечеркнут звук. Ну, это если кому удобно мерить температуру ребенку, чтобы не пикало, не будило его. Все, я назад активировал звук. Также в этом термометре есть и память. Если мы нажмем на верхнюю кнопку и подержим несколько секунд, вот первый раз мы мерили, вот запомнил, 36,3. Второй раз 36,5. Третий раз 36,2 и так далее. Сколько раз я мерил температуру, столько раз этот термометр и запоминает, так сказать, в памяти, что можно для себя проверить, как менялась наша температура на протяжении некоторого времени. Итак, друзья, если коротко сделать вывод, этот термометр я всем вам рекомендую. Я оставлю ссылку, где покупал, на надежного продавца, конечно же. Ну а с вами был Вячеслав, канал «Товар из Китая». Подписывайтесь, ставьте лайки. До новых встреч, до новых видео. Всем пока!